Сегодня прошел круглый стол с разработчиками компьютерных игр и молодой гвардией «Единой России». На круглом столе была поднята масса важных и интересных вопросов как для самих разработчиков и издателей, так и для общества и государства в частности. По результатам круглого стола будет сформирован документ, который мы отправим Дмитрию Медведеву как список предложений от индустрии. То есть от индустрии компьютерных игр, от индустрии издателей и разработчиков этих игр.